Рабочая неделя заканчивается трехдневными выходными. У тюменцев будет возможность провести эти дни насыщенно. Горожан ждет масса мероприятий, посвященных Международному женскому дню. Например, можно окунуться в романтичную атмосферу купеческой Тюмени во время театрализованной экскурсии. Приятные сюрпризы будут делать и инспекторы ГИБДД, а губернатор Тюменской области уже поздравил с предстоящим праздником женщин региона. Цитата. «Ваша способность к любви и самопожертвованию была и остается для нас примером. Ваша мудрость и особый женский взгляд, трудолюбие и ответственность незаменимы. Вы с легкостью решаете сложные задачи, умело совмещаете карьеру, семью, материнство. Желаю вам здоровья, счастья, любви и согласия», говорится в поздравлении Владимира Якушева.